Наступил август, а это значит, что пора отправиться за арбузом. 3 августа отмечается праздник, посвященный этой спелой, сочной ягоде. Конечно, хочется, чтобы арбуз на столе таким и оказался. Но как его выбрать, давайте узнаем у специалистов. Здравствуйте! Арбузы спелые есть? Они сейчас все спели. Август месяц сейчас. Все спели они. За арбузом мы отправились на центральный рынок. Выбрать ягоду непросто, внутрь не заглянешь, но по внешним признакам определить степень спелости можно. Кожура должна быть блестящая, полоски четкие, и не стоит опасаться желтого бочка. Именно на этом боку ягода и лежала, поспевая на южном солнышке. Хвостик сухой, гладенький. Ага. Полосы тоже широкие. Полосы широкие, блестящие и желтый бочок, характерный желтый бочок. Хорошо звучит. Теперь наступает самый важный момент. Пора полакомиться арбузом. Хруст во время разрезания – еще один характерный признак спелой ягоды. Наш хрустит громко. Ярко-красный, сочный, плотный. Попробуем. С заданием мы справились, выбрали спелый и сладкий арбуз. Немаловажно место его покупки. Отдавать предпочтение необходимо официальным рынкам и магазинам. А вот сомнительные несанкционированные развалы с овощами и фруктами обходить стороной. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.